Здравствуйте, друзья, и мы продолжаем наше прохождение Scribble Notes Unlimited. На чем мы остановились? Как всегда, я не могу... я тут на летающей тарелке все изничтожал. Что ж, пора ее покинуть, потому что сегодня мы путешествуем не на летающей тарелке, а на практически диаметрально противоположном существе. Так, как же он будет тут? Птеродактиль. Это я хочу сделать птеродактиля. Птеродактил. А, смотрите, есть птеродактиль, отлично. Так. Но у меня будет не простой птеродактиль, а птеродактиль огнедышащий. Давайте проверим. Отлично, найс, ничего себе. А мы в две... Класс. Мы с ним в две струи сейчас все поджигаем. Давайте сожжем следы наших преступлений на летающей тарелке. Так, почему цилиндр не сжигается? Атаковать цилиндр. Чуть-чуть. Цилиндр-то очень прочный. Ну что ж, ладно, в общем, черт с ним, с цилиндром. Движемся дальше. Так, что это у нас? Где побольше бы где-нибудь, так. Ну ладно, в принципе, особо тут больше нету заданий. Давайте сюда и пойдем. О, гарпия какая-то. Все такое. Лепнина везде. Так, оп, птеродактиль как бегает. Перебирая маленькими ножками. У нас тут гробовщик. This coffin brings things to life. И что? Так. Этот гроб возвращает... В общем, оживляет предметы. Давайте кинем в него скелет. Потому что скелет здесь это нечто неживое. Так, ну и что? Я ж кинул туда скелет. А, наполняем. Опа, оп, оживил. Ничего себе. Так, нет. Зачищаем факт своих деяний. Все, отлично. Что дальше? Какие-то невидимые... Ой, близнецы. Это называется крипи. Они бы хотели с чем-нибудь поиграть. Молоток. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не молотком. На, возьми молоток и поиграй. Что, второму тоже игрушка нужна? И ты второй тоже бери молоток. Теперь у вас два молотка. Нет? Ладно, давайте игрушку сделаем. Вот вам машинка, держи машинку. Все. Жаль, мне кажется, с молотками у них бы веселее игра получилась. Так, какое-то магическое зеркало. Можешь ли ты видеть свое отражение? Ну, я-то не могу. Может, это намек на вампира? Давайте создадим вампира. Потому что, как известно, вампиры в зеркале не отражаются. Чё-то вампир лупцует зеркало. Что-то с этим зеркалом... А, Dirty Mirror. Мне нужно его почистить. Точно. Так. Спонж. Спонжиком. Черт, огнемет. Я бы его почистил огнеметом. Все. Ого. Это ж мое отражение вылезло оттуда. Это злой Макс был. Хорошо, кто следующий? Чё это он выплюнул? Alien Probe. Так, вот это интересно. Хм. Ладно, потом разберемся. Вот этот дядька тоже просит. Deliver me from evil. Что здесь что-то странное происходит вообще. Что значит deliver? Ладно, давайте вот на рояле поиграем. Let's have a party. Композер. Композитора. Сейчас посадим за рояль. Садись за рояль.
Ничего себе, нормальная пати. Это кто вообще? Что за монстр? Сысоелия какая-то, ничего себе. А это кто такой? Бегемот. Нормально. Это что за монстр? Бигфут, а, класс. Ну что ж, ну ладно, пати мы устроили здесь у них. Все-таки что с тобой, священник? Deliver me from evil. Что ему нужно-то? Я бы вот сжег, конечно, но не будем. Может сделать этого импа видимым? Злой Максвелл буйствует. Deliver me from evil. Давайте ему какое-нибудь средство передвижения дадим, что ли. Может он типа спаси меня там. А, может мне просто черта надо завалить? А так. Класс. Все. Черта подвалили. Кто следующий? О, я думал, куда-нибудь вниз опущусь. О, какой-то паучок. У паучка есть для меня задание. Он хочет быть более страшным. Мы его сделаем. Что может быть страшнее, чем... крылатый, рогатый и громадный паук? Да уж, это действительно какая-то жесть. Так, у Гарпи наверняка, да, у Гарпи тоже для меня задание. Reanimate me. Так, а там что за гарпия? Гаргулия? А мы можем вылететь? Нет, не можем. Ну хорошо, у меня есть решение. Мы наделим ее ДНК. Куда ДНК упал? Еще одну ДНК. На ДНК. Нет? Ну ладно. Тогда это будет просто живая гарпия. Вот, отлично. Реаниматор. Я теперь реаниматор официально. Так, колокол и какая-то коробка. Туда залезть нельзя. Ой, не колокол. Колокол как раз нет. Beat more spooky. Make the attic a bit more spooky. Сделать, по-моему, это чердак более страшным, что ли. Но на чердаке должен жить монстр. Нет, привидение. Призрак. Тень отца Гамлета. Класс. Там у них еще одна пати. Что у нас тут осталось? Два каких-то задания. О, а я вот хочу к доспешику. Ну ладно, давайте сначала вот этот мини-гейм выполним. Ну, я подошел. Как сюда залезть-то? Черт возьми. Че, никак что ли? А, так, тут где-то появлялось. Вниз пошли. Вот наверх. Ладно, что-нибудь придумаем. Так. Что позади меня? А, что это позади меня? Книга. Spellbook. Так, и что? Ну-ка. Interact. Ого. Это что такое? Это магическая точилка для ножей. Что это позади меня? Ну, позади тебя букшелф, книжный шкаф. Ну, давайте дадим ему книгу, что ли. Книга? Нет? А, может быть, что внутри меня? Давайте рыцарь. Посадим внутрь рыцаря? Как вариант. О, точно! Класс. Фига себе, он бывалый. Так, что у нас здесь еще осталось? Это на кого-то я так наехал? Эй, остался без птеродактиля. Это кот съел птеродактиля? Это меня съели? Чё себе, это очень хищный кот. И почему я перестал быть неуязвимым? Я же неуязвимый, меня съел какой-то кот. Так, это оцелот. Мне кажется, надо устроить экстерминатус. Тут на всякий случай, потому что что-то это зеркало
породила кучу разнообразных странных предметов. Так, как попасть в подвал? Это очень странное место. ДНК тут валяется. Ну, я же вижу, что в подвале кто-то есть, а как туда пройти? Ничего не понимаю. А, тут же можно просто двигать камеры же можно. Так, это какой-то шамблер. Что такое шамблер? Не знаю, какое-то странное существо. Мне нужно потушить вот эту свечку. Я знаю, что свечку отлично тушит цунами. Это уже было проверено в прошлой серии. Цунами тушит вообще все. Сейчас оно пройдет. Вот оно. Накатило цунами. Заодно и очистим тут все, что было порождено этим зеркалом. Цунами так неспешно прошлось. Какие-то метлы остались летающие. Че себе тут. Не слабо так у нее всяких. Так, а монстр-то ушел куда-то. Так, и у нас осталась только мини-игра. Причем, что меня смущает, я не понимаю, как туда попасть. А, вот. Угу. Ну, хорошо. Только от этого что-то не легче. Что-то здесь Ктулху отжигает. А, вот. Так, ну это мы на крышу попали. А как же на чердак попасть? А, вот, тут я пролетел. Оказывается, мне птеродактиль мешал, у него габариты не те. Все, так. О, я теперь буду охотником за привидениями. Отлично. В общем, что-то там... Со сверхъестественным будем бороться. Так. Что-то пока тут как-то тихо. Странное дело. Нормально. Что-нибудь с психическими способностями? А что может быть такого у Максвелла со сверхспособностями? Ну, какие-нибудь Magic Glass, там, магические очки, может быть? А как, глаз разве не очки? Очки разве не глаз? Magic Orb. Черт с ним. Magic Orb. Давай, хватай в руки. Ну? Что ж такое-то? Психические способности. Что же это может быть? Слушайте, ну я вот, честно говоря, ума не приложу, чтобы это могло быть. Psychic Abilities. Medium, там... О, еще какая-то подсказка. Так, подсказку. Give Maxwell a fortune teller. Ну, давайте попробуем напрямую. Нифига себе, гадалка, отлично. Дайте ему что-нибудь с психическими способностями. Гадалка. Дай мне 3 предмета для игры. И я покину этот дом. Так, давайте ей что-нибудь дадим. С чем ты будешь играть у нас? Во-первых, ты будешь играть с собачкой. На собачку. Так, один предмет есть. С мячиком. И, конечно, молоток. Молоток. Бери молоток.
Черт, почему? Я не понимаю, почему никто не хочет играть с молотком? На игрушку. Черт с тобой. О, еще одна. Привидение-экономка. Я не могу покинуть этот дом, пока не выйду замуж. Дай мне 3 предмета, чтобы меня освободить. Букет. Flower. Ну, flowers, там я не знаю. Да, букет. Отлично. Ей нужен мужик. Давайте сразу муж. Husband. Оп, муж. И кольцо. Какая свадьба без кольца? Отлично. Следующий. Я был пленен здесь долгое время. Дай мне 3 реликвии святой церкви, и я могу покинуть это место. Что ему нужно? Скипетр. Бери скипетр. Да что ж ты... Книга? Крест? Давайте книга. Бук. Возьми... Или Библ. Может, тут просто есть Библ? Библия. Нет. Судя по всему, Библии тут нет. Давайте попробуем икону. Вдруг он православный. Ой. Блин, она же не так пишется. Айкон. Ага, конечно. Нету. Крест. Как там? Крест. А, это... Это орден. А, как же крест-то по-английски? Кросс. На. Ну, хоть что-то, слава богу. Так. Ну, попробуем корону. Хотя немножко не та корона, но выглядит он теперь в любом случае лучше. Так, что ж тебе еще сделать-то такого? Я пока только один предмет угадал. Дай мне 3 реликвии. А, может... О, Holy Water. Святая вода. Правда, выглядит это будет, конечно. А, нет, смотрите, действительно, святая вода. Так, отлично. Какая еще есть реликвия церковная? Что бы такого придумать-то? Библию я попытался. Может, тут святая книга просто? Просто вот святая книга. Вот, о, действительно, святая книга, посмотрите. О, действительно, святая книга. Отлично, я тут намусорил еще всякими предполагаемыми реликвиями. Я был в этом доме дольше всех. Дай мне 3 предмета, которые мне нужны были в жизни. И я тогда смогу... Так, Максвелл, выброси эту фигню. Так. Что же ему... А, конь! Это же рыцарь. Какой рыцарь без коня? Да. Я считаю, что, может быть, хотя бы этому человеку пригодится хаммер, но... Молоток. Но раз это у нас воин, то пусть это будет Вархаммер. Боевой молот. Найс. Так, и щит. Какой боец без щита? Отлично. С этим гораздо легче получилось. Все, получили звездочку. Это было непросто. Честно скажу, это было непросто, но мы справились. Так. Отлично, левел комплит. Ну, кто бы сомневался. Так, что ж, ну ладно, уходим отсюда. Тут у нас... Уходим на испытательный полигон. Для того, чтобы провести нашу традиционную финальную битву. И сегодня у нас будет... Я был очень разочарован кенгуру из прошлой серии, который сорвал мне всю запись и эпическую финальную битву. Поэтому сегодня... Я все-таки сделаю ремейк. Джентльменус ли как-то так вот. Ай, блин, это ж... Вот. Боксер. Джентльменли боксер. Вот. Джентльменственный боксер. И джентльменли кенгару. 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 Джентльмен. Да чтоб тебя. Мне не нужно, чтобы ты был джентльменом. Я же вижу, что ты мужик. Мне нужно, чтобы ты был... джентльменли. Во, тоже джентльменственный.
Так. Но! Чего не хватает в этой постановке? Сейчас я немножко разоблачусь. Оставим только... Ну, я, ладно, цилиндр не будем. А, это у нас будет постановка на манер произведений братьев Райта, поэтому не хватает налета старины. Каких братьев Райт? Братьев Люмьер, конечно. Вот, добавили налета старины при помощи машины времени. И теперь, наконец, финальный аккорд. Нужно снабдить нашего джентльменственного кенгуру перчатками. Отлично, так. Все. Кенгуру, конечно, заслуженно победил, но, по крайней мере, в этот раз... Этот подлец не сорвал мне все мои планы, и я смог провести все именно так, как мне и хотелось. Что ж, в следующей серии будет какая-нибудь новая эпическая финальная битва. Можете оставлять свои предложения по ее поводу, а также по любому другому поводу. То есть какие-то предметы, которые вы хотели увидеть, либо же существ. Спасибо за просмотр и до свидания.